Вот очень модная проблема, с которой часто приезжают. Прошу прощения, что не первый раз услышу из моих уст. Сейчас модно быть должником. Сейчас модно быть последним никчемным человеком, в смысле жить в долгах. Это модно. И это выгодно тем, кто у власти. В этом мире есть доминанта экономическая, политическая, Соединенные Штаты Америки. Хотим или не хотим, это гегемон. Образ жизни Америки – это общество торгашей. Купи-продай. Продается все. Все. От совести, Бога. Все, все продается. И все покупается. Поэтому этот образ жизни навязали нам. А чтобы нас легче было обирать, лучше, чтобы мы в долгах были круглосуточных. Это считается сейчас нормой. Чтобы резко не резало сознание, эта форма беспутства называют иногда иностранными словами. Например, ипотека. Вроде по долги здесь ничего не говорится, и про беспутство не говорится. Но ярмо на годы. Ярмо, которое человек лишает свободы. Лишает свободы. Екатерина II говорила так. Русский мужик хорошо управляемый тогда, когда он неграмотный и пьяный. Но опыт говорит, сейчас нельзя так управлять. Если будут поколением пить, деградируют полностью, управлять-то будет некем. Раз. А в наш век электроники, техники, как неграмотным-то быть? Тоже не получится. А как управлять тогда грамотными-то, да не пьющими-то? Легко управлять только рабами, которые стадом идут по свистку бича. Вот и нашли форму нас в стадо загнать. А бич – это вот долговые наши обязательства. Не важно, как называется, ипотека или кредит, долг или займ. Дело не в названии. Важно то, что нас превратили в управляемое стадо, которое легко гнать в любом направлении теперь уже. И мы сами, кто у нас в долгах, а в долгах сейчас почти все, понимаем, что мы не свободны. Не свободны. Причем у нас это порой принимает такие смешные и неестественные формы. Даже если вот остановиться на минуту, вдуматься, насколько далеко мы зашли в этом противоестественном состоянии, то будет страшно. Прошу прощения, только два примера. О себе первый. Я бы хотел, чтобы меня учили мужчины в детстве, деды. Их не было у меня. Дедов моих война забрала. Поэтому меня воспитали не деды, а бабушки. И вот одна из бабушек мне сказала, ее словами, простите, дословно, говорит, Вовка, запомни, хуже нет того, кто живет в долгах, последний из людей. Запомни мои слова, лучше плесневый хлеб без соли, но только жить посредством. Запомни навсегда. Колом вошло мне бабушкин завет. Не жил в долгах, не жил и боюсь. Детей от этого отговариваю, не даю им так жить. Помню еще слово, название человека, живущего в долгах. Последний отброс. А вот если вдуматься, почему последний отброс, вот второй пример. Молодой человек говорит, батюшка, ну вот ты говоришь, не в долгах. Ну вот мне, я женат, у меня жена, сейчас второго мы родили, батюшка, у нас теперь двое уже. Живем вот где. Ну там женились, родители помогли с той другой стороны. В общем, купили нам комнату, гостиночку. Ну, с чего начинать? Где жить? Слава Богу. Да. Ну, для начала, батюшка, было неплохо. Но сейчас же двоих родили. Где там друг на дружке? Старший в школу пойдет. Ну, надо же какой-то угол, говорит. У нас нет выхода. Ну, нет у нас таких денег купить квартиру, дом. Ипотеку. Залезем в ипотеку. Ну, скажи мне, человеческий выход какой? Говорит, человеческих не знаю выходов, я дурак. Я знаю только выходы с Богом, какие есть. Будешь молиться, Господь придет. Говорю, а скажи, сколько стоит твоя гостинка? И он назвал сколько. А сколько будет ипотека, он назвал. Говорю, сынок, а если тебе потихонечку к этому идти? Да, он начал для этого, чтобы сплотить свое дело делать, кстати. Еще новые долги себе придумал, кредит. Кроме того, еще рана на раны. И он говорит, и дело начинать с малого. Он говорит, как с малого? А он взял большой кредит, большое дело начать сразу. Говорю, а вспомни, кто такой Александр Меньшиков был в истории? Говорит, это при Петре? Ты говоришь, при Петре первым. Второй человек в государстве был. А помнишь, высокий уровень, второй человек в государстве, высокий, после царя второй. А с чего он начинал, помнишь? Говорю, он не вспомнил, не читал, видать, Толстого-то. Он начинал вот с чего, по Толстому. Пирожки зайчатины на лотке на рынке продавал. С чего начал? С малого. А куда поднялся?
высоко. Оказывается, правда говорили предки? Тише ехать, ты дальше быть? Так. Говорит, и ты с малого начал. Он говорит, батюшка, начать с малого. Значит, пока дело раскрутится, пока на железо работаю. Это когда у меня будет? А ты как хотел? И я спрашиваю, а ты как хотел, сынок? Вот ты что хочешь? Жизнь говорит, да мне много ничего не надо. У меня семья, чтобы жилье было. Батюшка, тебе пешком никто не ходит, прости. Наши российские машины, знаешь, какие? Точно, на марку тоже нужно обязательно теперь. Ну уж не часто, но раз в годок выезжать за границу, отдохнуть, смотри-ка, надо же. Вот такие скромные желания. Квартира, иномарка, выезжать раз в годок за границу. Очень скромно. Ну куда скромнее еще? Беднее нельзя жить уже, это понятно. Это есть предел нищеты, дно. За границу выезжать и на иномарке ездить. Он не слышит себя, что он говорит. Он не слышит себя, что он говорит. Как зазомбировали, да? Я сказал, сынок, где вы живете? Он сказал, назвал цену и гостиночной комнатки. Я говорю, если ты продашься, у нас в селе купишь дом большой. Он говорит, батюшка, это как это в селе? Говорю, как все, кто в селе, ногами по земле. Там никто с ногами не ходит. Переучить сказать точно надо будет. Говорит, а как это? Да ну, да, а иномарка, там вся грязь. Ну и грязь тоже есть. Все ж мало. Я говорю, а как за граница? Говорит, да, а как за граница-то? А села-то, вот сейчас, оставь грядки-то. А кур на кого ставить? Говорит, нет, если, во-первых, там отдыха не будет. Вот он и проговорил. Чего он ищет от жизни-то, оказывается. Чего он ищет-то? Три. В России всегда была триада духовного. Помните, при царях? Народность, царь, православие, да? При советах мир, труд, май. И другие были. А сейчас какая триада? Комфорт, удовольствие и развлечение. Все этому подчинено. Все только для этого. И дети, и брак, и работа, и жизнь, и здоровье. Комфорт, удовольствие, развлечение. Только это главное. Почему, например, в церкви так мало людей ходит молиться сейчас, молиться? Какой процент? Мизерный. Так и трудиться надо. А мы – комфорт, удовольствие, развлечение. Мне один человек так сказал с такой завистью, говорит, батюшка, а что, про два мира есть такая телевизионная церковь? Говорит, есть, протестантская. Говорит, и правда там они в воскресенье никуда не ходят? Нет, нет, включают телевизор. В воскресенье, в определенный час, когда выспится, в обед. В пижаме, сел на диван, любимый, родной, с просиженным местом уже. Кофе, в мягких тапочках, тик. Там Евангелие почитали. Предложили встать помолиться. Ну, никто не видит, я встану, стал посидеть, так понятно. Все. И что все? Все, среди спасаемых. И что надо еще? Очень современно, сверхсовременно. Сверхсовременно. Комфорт, удовольствие, развлечение. Что еще надо? Ничего. Все. Все больше чего. Праздник Рождества. Что главное в празднике Рождества? Спросите англичан современных. И американцы скажут, запеченная индейка. А Христос, а зачем? С Христом какие удовольствия, развлечения и комфорт? А печеная индейка – это и удовольствие, и развлечение, ну и комфорт есть тоже, когда лежишь с полным желудочком. Хорошо. Вот во что выродилось, во что превратилось. Идем к этим трем целям, про которые Христос сказал. Они легкие цели. Пространный путь, широкие врата, ведущие в погибель. И многие идут ими. Узкий путь и тесные врата, ведущие спасение. Мало кто идет ими. Верно? Правильно. Труд, долг. Да это слова уже вычеркнули из лексикона. Они чужие нам. Мы их не понимаем. Так вот, мои дорогие, на всех уровнях это. И вот нам поэтому таким-то и так-то заточенным поэтому легко залазить в долги. Жить в долгах. Как следствие, люди играют в долги такой степени, доходят до таких стадий, что уже вылезти многим нереально, никак нереально. Сюда приезжают такие. Ой, вспоминать, какой самый большой долг назвали. Несколько сот миллионов. Но это там бизнес занимается. А вот люди, кто ничем не занимается, простые. 15 миллионов, 20 миллионов, 7,5 миллионов.
Там нет никакого реального выхода. Там дети внуки расплатятся. Нет, а играются. Прошу прощения, кто-то был, слышал, но я скажу. Сегодня у нас москвичи, поэтому для москвичей скажу. Раз с москвичами приехала одна девушка. Ей еще только немного на седьмом десятке-то, 60 с небольшим. Поэтому еще есть смысл порезвиться. Она приехала с проблемой. Двумя какие? Дочка, вот в этих кредитах по уши, и нет возможности вылезти из них. Игрались в бизнес, доигрались, не вылезти не могут. И поэтому ей, маме, приходится, ну, на пенсионерке куда-то работать, что-то подрабатывать, помочь дочери, зятям как-то из долгов-то вылезти. Ну как, что она больше спокойно смотреть не может? Она говорит, я взялась бы где-то работать на седьмой десяток. Меня, говорит, пошибло, парализовала. Отпустила. Ну, говорит, я теперь поняла, говорит, ну я как-то после парализации, какой человек? Говорит, и мне, говорит, вот, что приехал, говорит, знаю, вы с церкви молитесь, решил молиться. Как? За дочку, зятям, чтобы выплатить долги-то, и за мое здоровье, чтобы помочь-то им-то, сил-то Бог дал бы. Ну и хорошо, стала молиться. Ей все понравилось, с желанием, и она потом приезжала раза четыре, наверное, вот так вот, и без вопросов. Ну, просто вот, чтобы укрепиться вот, в деле молитвы, чтобы не сойти с этого пути. Ну, вот так вот. Да. Но девушка общительная. Потом еще возраст, терять-то нечего. Вот. И она вот в один из приездов меня поймала в одном углу. Ну, же не первый раз. Она же понимает, что я должен ее знать и любить. А как же? Ну, а чем же мне еще заниматься? Вот. Она говорит, батюшка, погоди, смотри. Зацени. Видел? А? Смотри. Смотри. Как? Что скажешь? Ну, а я ведь в деревне. Кто я такой вот? Деревенский, что я знаю? Я говорю, ничего не пойму, что говорит. Он говорит, что здесь понимать-то? Норка. Так все видно. Прикупила шубку. 120. Тысячами-то, я понял. Я говорю, как 120? Я имел в виду, что как 120? Она приезжала с чем? Дочь в долгах, надо помочь, нет денег. Слово нет здоровья, надо здоровье, чтобы дочери помочь. Это откуда деньги? Как? Она поняла, как? Говорит, по-умному, как? На распродаже за 50%, только 60%. Я говорю, нет, говорю, я о другом. Вы не забыли, зачем приехали сюда? У вас дочь в долгах, и надо помочь. У вас здоровье пошатнулось вам. Вы зачем сцепили? Вы где деньги нашли? Она и говорит, взяла кредит. Ну, молодые, зомбированные. Но это, как я, такая же. Пора бы умной стать-то в этом-то возрасте. Тебе это зачем? Вчера побитой парализацией. Тебе на что это нужно? Гроб обивать норкой, что ли? А без гроба, без норочного тебя не сожрут, что ли, червяки-то? Она встала вот так, смотрит и думает. Она только задумалась в этот момент. Тебе, говорит, женихи нужны в 70. Тебе зачем это дерьмо на плечи? Вон я хожу в калошу, простите. Да больно хорошо, удобно, на все случаи жизни. И дешево, и мило. Что надо еще? Я говорю, тебе зачем это надо? Скажи, зачем? И она, значит, встала, посмотрела в сторону. Она приезжала, зачем? А привычка, как берет вверх, да? Что на уровне автомата. И она сказала такую фразу, очень интересную, в другую сторону. А у нас в подъезде все бабы в кредите. То есть они старухи сидят на лавке, о чем болтать? А кредит, где еще взять очередной кредит? У нас все бабы в кредит, все пенсионерки. Она живет в Химках. Ну, не знаю, где она, но в Химках, не значит, в их подъезде точно все кредиты. Что это? Это же отключка сознания. Вот же действительно стадо. Хороший хлыст. Хорошо работает. Легко нас обувают. Так вот, мои дорогие, это очень модно. И такие впадают. Вот теперь ей вылезть. Она после этого кричит, батюшка, а мне молиться по субботам, по интересам, чтобы Бог здоровье дал. Может, как-то еще почаще? А то теперь мне эти дочери и вот эта шуба-то, это... Без комментариев. Так вот, мои дорогие, поэтому... И такие проблемы, и другие. Поэтому есть вещи, видите, она молится, и сразу мозги включаются, как жить. Значит, Бог-то ведь не только должен
видеть желание ее от конкретного долга избавить, изменить образ мышления, а это всегда сложнее, понятно, без меня.